дорожку, сейчас пока идем к машине, все-таки все равно, сейчас дождик уже уменьшился, вот я уже отошла от этой типа кастельери, вот оно там, да, видите, за деревьями виднеется, вот. Хочу вам показать просто, насколько действительно здесь идет как бы и, то есть и формирование стен, и расформирование стен, и еще к тому же вот просто залежи камней, да, вот просто мол разбросанных. Видите, вот как будто бы они просто так вот разбросаны здесь. Хотя, мне кажется, они вот сейчас, когда им надо, соединяться в цепочки стен. Потому что тут она всегда делает все равно такие цепочки стены. Из этого потом она как бы, мол, складывает такие строения, которые мы называем строениями, да? Которые мы называем домами. Вот, видите, и с этой стороны тоже, видите, все. Посмотрите, посмотрите. Видите, что творится, да? Это тоже все идут стены. Знаете, посмотрите, что творится, посмотрите. Невероятно. И это мы еще не в горах. Видите, посмотрите, как здорово они как бы закрепляются, приклеиваются. Я уже вам говорила, что они как намагниченные такие. Посмотрите. Это типа такая идет громадина, да? И что-то тут будет, знаете, и туда в бок идет тоже. Да, дождь сильный, но пока снимать можно. Что мне не мешает. Видите, тут тоже. Вроде как будто вот просто посмотришь, как будто набросано камней. Но для меня они не просто набросаны. Они уже практически сложились в стену. Или наоборот, разрушается стена, которая была. Видите, посмотрите, что творится, да? Просто невероятно. И так до самого верху. Все в камнях. И вот видно, что они вот как-то правильно лежат. Это кажется, что они неправильно лежат. Они все лежат правильно. Потом, видите, сужаются. Часто бывает, уменьшаются, видите, сужаются. Посмотрите, что. Блин, знаете, вот тут наши эти еще белые грибы же живые эти. С каким, посмотрите, с какой вибрацией вообще. Да, ведь дождь вообще. Телефон молодец, работает. Ну, поглядите, сзади там тоже все. Все наши стены из таких круглых глыб серых. С самого верха. Вот здесь, видите, она уменьшилась. Как часто бывает, видите? Вот тут она совсем исчезла. Или наоборот, здесь она начинается. И вот тут еще пока идет, видите, вы посмотрите, здесь что-то шло неудобоваримое. И видите, уже образовалась бортик стены. Знаете? А тут уже идет нормальная стена. А там, посмотрите, сзади тоже все. Я вам говорю, все в стенах. Все в стенах, видите? И там тоже. То есть потом будет все в деревьях тут, в листьях, в смысле. Деревья в листьях будут, и видно будет очень плохо. А сейчас пока еще хорошо видно. Вот посмотрите, да? Туда идут тоже. Что, вот как это можно объяснить? Вот построили что-то там, поперечную стену, да? И вот тут тоже. Или там было какое-то строение. Ну, как может... Тут вообще видно, что все это гармонично с деревьями. То есть это было всегда так. А не как-то там было когда-то как-то, а потом вот деревья выросли. Там строили, не строили, что еще можно придумать? Разрушили немцы. Австрийцы тут пришли плохие. Мне нравится, когда они говорят, война с Австрией, это вообще Австрия такая маленькая страна, да такая прямо... Австрийцы тут везде, куда не сунешься, австрийцы тут. Вот там 52 галереи, да, тоже против австрийцев построили. Это вообще такие арки построить невероятные в горах. Вы как сказать, выколотить, да? Вот, чтобы против австрийцев. Кстати, да, вот это вообще. Взяли вот. Такой типа вот тут панорамную терраску, вот простой балкончик такой, да? Пошла дальше.
кстати, какое дерево, да? Чудовище какое. Вот посмотрите, как здорово идет в разные стороны. Тут тоже, видите, вот такое вот нагромождение. Так, типа, что-то тут как башня такая будет, да? А там, посмотрите, за деревьями. Посмотрите, 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 что. Посмотрите. Стена-то же, видите? Причем, чтобы идти, абсолютно узкая, неудобная дорожка, да? Посмотрите. Тут, видите, как будто тоже выходит что-то, вот как язык такой, посмотрите. Как что-то вот тоже будет. Я не знаю, я вижу. Не знаю, видите ли вы. Да, можно сказать, что у меня повышенная, как бы, повышенная склонность к фантазировать, да? Ну-ну. Абсолютно. Вот я как раз ничего не фантазирую, потому что то, что вот рассказано по истории, вот это фантазии. А то, что... Потому что это рассказы, основанные на каких-то событиях, которые никто не прожил. Вот. Но почему-то ты обязан этому верить. А я вижу вот. Я вижу то, что с моими глазами показывают. И это не фантазия, извините меня. Я говорю, что я стараюсь, в общем-то, ну, у меня есть мой взгляд на все это, но это же не значит, что я там заставляю всех так думать, господи. Нет, конечно, но извините меня. Все равно вы не можете отрицать, что это просто стены, которые абсолютно, вообще невероятно сложно расположены. Сложно сделаны, абсолютно гармонично они вплетены с деревьями. Вот, и это человеку не под силу, и к тому же вообще нет никакого смысла это делать. Не станет человек так вот прямо. Человек же очень сильно существо-то как бы практичное и лениво. Не будет зря силы тратить. Я уже это тоже сразу говорила, не хочу повторяться. Вот посмотрите, да, я иду типа по такому туннельчику. Дорога называется. Идти вообще нужно смотреть под ноги, потому что вот такие булыжники, что вот, пожалуйста, ни с того ни с сего пошла вот такая вот стена, да, видите? И вот я вам говорю, что вот так вот здесь весь лес. А рядом идет федеральная дорога. И рядом, кстати, недалеко еще у нас и озеро. Это, кстати, и недалеко от озера мы приезжали. Просто мне неохота было начать видео делать. Там было вот как вот на Лаго ди Комо, на озеро вот Комо или Лекко. Мне вот эти виллы я еще ездила, снимала, где там внутри жижевые всякие разные скопления, да, и фонтаны всякие разные жижевые. Тоже было такое же. И тоже, смотрите, рядом с озером. Просто не стала снимать, потому что, ну как, зайти туда нельзя было. Вот. А по дороге неохота было снимать, потому что уже было серое небо. Ну, пожалуйста, да? Видите? Где стена? Просто что она отделяет, что она хочет, да? Она просто вот тут идет. Вот такой вот структурой. Здесь эти все ровненько, все четко. Тут вообще мелкие камни, да, видите? Но все равно все, видите, четкий край. Посмотрите поверху. Четкий край, да? И внизу вот. И потом она вот так заканчивается, вот как вот голова змеи, да? Дракончика. Вот, посмотрите, выходим. Вот все, везде. Видите, везде. Булыжники, все это.
все булыжники, все это стены. Никто из них не сваливается никуда. Ну, поглядите, посмотрите, вот там вот, посмотрите, на самом верху, посмотрите. Идет. Да еще и посмотрите, просто по диагонали, да, видите? Сверху вниз, вот, посмотрите. Видите, какая диагональ? Волна такая. Нет, лучше вот так покажу. Все, вам показала, что там идет кладка. А вот посмотрите, как идет. Видите? Какая форма у нее, да? То есть сверху вот такой вот плавно сходящей волной. И вот тут посмотрите, под деревом тоже. Тоже все, видите? Я считаю, невероятно. Ну, он, наверное, видите, типа, так сказать. Я ему все время говорю, что я обожаю стены. Хотела много стен, я их тебе устрою, да? И мне устроил много стен тут. Вот, у нас опять типа шпалы, да? Типа она такая, ну и приходите ко мне в гости, приходите, гости дорогие, да? Вот. Видите, посмотрите, все. Все это. Так, это типа бортики, стены. И деревья вот эти вот разные, разнокалиберные, всякие разные. Вот смотрите, как здесь идет ствол рядом с этим. Посмотрите, да, вообще. Смотрите, оббивает, да? И пошел. Вот так вот. Вот то, что я иду, вот тут, видите, просто, да, как бы, видите, не видно. Но за этой, за землей все равно идет, скорее всего, все выложено булыжником. И вот эта вот федеральная дорога, она тоже очень странная, конечно, она очень долго идет вот среди ничего. Вот. Вот такие вот пирожки, ребятушки, ладно, все, пока. Пока заканчиваю. Сейчас посмотрим, где будем поснимать. Дождь уже, на мне уже все высохло. Пока-пока.